Запретная зона. Ничего себе. По мотивам бестселлера «Вдовий мыс». Черт возьми, мой любимый клиент. Я остановился на «Вдовьем маяке» в Харперс Коув. В главной роли Крейг Шеффер. Это одно из самых известных мест, населенных призраками. Это будет самое страшное, что я написал. Маяк построен в 1838 и назван в честь вдов моряков, погибших в кораблекрушениях. В последующие десятилетия случилось более 20 загадочных происшествий, включая суицид и убийство. Я проведу выходные в заперти на этой злополучной достопримечательности. Похоже на журнал. Меня зовут Делани Коллинз. Мы уже год как живем здесь, и это здорово. Почти 100 лет назад, когда был построен маяк, с выступа упали трое, разбившись насмерть. Здесь происходит что-то нехорошее. Краем глаза я вижу странное, как движутся тени, которые двигаться не должны. Боже, пусть это прекратится. Вдовий маяк.